Раз ты так рассуждаешь, то погнали. Короче, план такой. Я хочу спулить всю ту пачку. На мне страшно. Поддержите меня. Вперед, Рос. Затея хуйня. И, кстати, на пула нету, не врывайтесь сильно. И я встань, я сейчас стою. Так что вообще не бейте, просто пока я не поставлю. Мне в целом можно, я не дамажу. Ну это кто-то, по-моему, в подчинение ушел, да? Или мне покажется? Главное, чтобы не танк. Ты тремор ставишь? Да, да, ставлю, конечно. Они его сбивают просто. А ты им сбивай тремор. Понял. Как только поставить, сразу собьет. У меня, кстати, прожимок нету. Держите меня крепче. У нас там хилы. Чего Рос Дондов покажешь, не пойму. И, кстати, вы стоите на нормальном рейнже, типа, вы не лутаете дебафчик? Нет. Кстати, сейчас Траймер видел, как спас почти всех. Потому что я был, походу, в контроле, иначе непонятно, откуда они сорвались. Но Войда больше не любит. Надо зайти на всех твинов и флажочек прожать. Да можешь типа скинуть на мейна и будет репа тебе скин. Так у меня фул репа в гильдии. Фул репа, то ты, блядь, что? Этого делал себе? Квесты? Хранительно? Ну да. Я... Ну я его так не доделал. Как бы. Ну хотя бы кайфанул, да? Ну да. Давай к себе доделал. Да я тоже пока фул доделал квесты с Ги. Реп, чтобы качнуть. Тоже кайфанул. Так, Донт пришел. Шелестит возле компьютера. А вообще некрасиво так покажет. Слушай, ну арбуз тут уж не приказывается. Извините. Самая неприятная привычка у Донта — это когда он шелестит конфетками. Вот этот, клубнику убивать. Все, начинаю. Ну только самом. Бля, сорвал. Что сорвал? Джекпот? Ну агро, но я остановился. Да сейчас я стану, выйду, собираю все. Все нормально, я прекратил авойд. А что с ней? Что с ней? Подожди, а, она не таунтится или как? Я не знаю. А, на МКшек меня жулик. Ну да, повторяйте, чтобы мне еще сложнее было. И так на пула нету. Да, должен быть, ему дали сумон. Он же в дисе подтвердился, что здесь. Я тут-то тут, но я это на форуме просто. Понял. А, ты пишешь письма. Ну, я уже написал, забыл ID указать, вот сейчас попросили. Ну, нихуя, не как быстро. А, ты, наверное, в этот? Я сам удивился. Ну, ты в пятнашку писал или в этот? Ну, типа, в VIP? Ну, я в час, да, в личное дело. Ясно, личное дело.
Личный менеджер, блядь. Накрутите мне ДПС, я что-то не дамажу. Нарисуйте мне статов. Знаем, знаем, да, ваш этот VIP отдел. Все правильно. Фармите остров за меня. Да ладно, так можно? Ну там они не фармят остров, просто и скидывают жетоны. Опа-на! Смотрите. Неплохо. У Донта есть VIP отдел? Да, у него личный админ есть. Он ему пишет, короче, ну надо ребутнуть сервер. Типа, что-то как-то хуёво. Плохо живется, пацаны негодуют, типа, вырубите аукцион. И все. Чё, бьём? Так, а Дон тут? Я не знаю, я с ним не разговаривал давно. Все готовы, давайте. Все, погоди. Что? Все нормально, готов. Готов. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Опять. А вы напуливать Дон, потому что у меня здесь типа постоянно сало, вообще не могу танчить. Рост чуть-чуть назад, а Оптис чуть-чуть вперед, чтобы ты мог диспелить. За колоннами неудачно стоишь. Кстати, мастер ауру на третью ауру сало снимает. Ой, Геру дать? Давно пора. Давай. Да, сорян, я что-то этот... Подумал, может, еще на шахмат. Я что-то подожду, пока три не откатятся, да, у ну всех? Ну да. Не закончится. Ну, чтоб ДПС непрерывный был, все нормально. Донт не напуливает, а я говорю, что нужно, донт. Я в этом... Да я тоже в этом, в параллеле. Да спаси, Рей, за что ты делаешь? За таунти, пожалуйста, её. Она не таунти. Понял. Киньте царь его. Так что единственный шанс его, этот, перестать бить. Дайте Райзу царь его. Да, сало. Да зачем сальву? Он типа даже далеко под этому. А как он держит тут агро? Он успею, не держит агро, на нем 400к, у меня 578. Только фейка ближе всего к нам. Вот она здесь. Была. А чё у тебя? Чё оно на тени остается? Ну, вот так он решил. Щиток? Поломали деву, получается. Щиток кто-то вешает? Возможно, не знаю. У тебя ПВПшная триня с острова, да? Какой-то щиток. Может, ДЦшки щиток. Там хаприст. Может, хаприста щиток. Сейчас осталось. Ты же затаунтил ее, наверное. Она не таунтится. Не, таун там же, по-моему, таун прокидывали, и она ж, типа, не меняла таргет, когда параличке дала. Mm-mm. Странно. Да я сначала думал, что такая механика, и говорил. А все равно сало прокидывает, даже подать. Да, Оптикс, я тоже? Блин, какая-то странная здесь механика сала. Ну вот, смотри, видишь? А, смотри, в чем фишка. Нужно, чтобы второй по агро был в милизоне. Когда она бросает в меня этот... Дон, иди в милизону. И второй в милизоне умирает, да? Нет, он ловит первый удар, она дает АОЕшку, и я слетаю, она возвращается на меня. А если, ну, далеко кто-то, и она идет именно сразу от меня назад, то она просто уже дает АОЕшку не в радиусе. Вот, видишь, как сейчас? Я до сих пор в парале. К танку веди ее, к танку. Все. Типа, на кого она идет, должен подбежать к танку.
такая тут механика, по идее. А я паралич ВДшнуть могу? Я не знаю. Кстати, должен. Это редкость. Почему просто по такому нажать? Или во время каста? У меня ДБМ ничего не показывает. Да, во время каста посмотри на босса просто. Он все это кастует. Быстрый каст, но кастует. Не, ну я-то лог. Я так не могу. А. То это чего? Что там тебе, личный менеджер еще не ответил? Не знаю. Сейчас обновлю. Проверим, ожидаем тебя. Они тебе смс-ку не сбрасывают, когда типа мы ваши проблемы решили, посмотрите на форум. Я, короче, жду вас и пуляю, ну, своим методом. То есть просто забегаю туда. Оптик уже за тебя это сделал. Я понял, ну ладно. А подожди, Оптик что сделал? Да, в бабле побежал. Понял. Че, всех что ли? Не, только пятерых. А, спасите, алло. Ну так ждите, че вы стоите, а пока. Типа начали бить без меня, вот страдайте. Держи за тактика, блядь. Играем все бочки. А, она не снимает с меня. А чем вы можете с меня стан снимать? Есть какие-то у вас тактики? Нет. Пока он диминишн не ушел. Ну короче, играйте в черепок, потому что все остальное от меня убегает, потому что я в стане стою по 40 секунд. Сейчас этот начнет убегать. Да, я увижу. Отдайте мне этого типа, чё вы его фиряете? Отдай, Оптикс, отдай, не надо. Мы же долго будем бить их по одному. Они слабо просто бьют по ДДшкам, типа, поэтому плевать. А этот тип просто встал за дверь, бля, и кастует он что-то. О, сейчас тоже, я пулю всех, а вы попробуйте не сдохнуть, как вам план? Главное, случа вывести. Ну, тактика хуйня, конечно, да, придется с ней мириться. Ну, топовая. Ну, такое. Мы типа или научимся быстро проходить трэш, или будем долго учиться. И в конце концов научимся. Так. В следующий раз эро. На утро не идем. Так, где фейка? Ты хочешь, чтобы убедиться, чтобы все вайпнули? Даю на пол. Блядь, ну сова, ну не толкай. А что за сова? Что такое? Ну, нехорошая мова. Лужи выталкивают моей, типа, а потом, типа, они разбегаются. Они хотели хописта убить. Да не хотели никого убить, у меня в него моста он готов. Суки, треморски бросают. Вы дистанцию наберите?
вы умрете. Гля, мы быстрее проходим. Да посмотрите, у них, кстати, они просто по обычной тактике, получается, бегали. И на них дракон ни разу не дышал. А у нас, кстати, есть уже эта ачивка у всех. Мы ее в первый день кары получили. Там убьется сейчас все. Поэтому нет смысла ее типа дальше делать. Ну и ты посмотри, насколько они медленнее нас идут. Типа у нас уже шахматы убиты, и остался последний босс. Они еще и шахматы не бьют. Вот это вот зря. Плохо, плохой пул, плохой пул. Ну не бейте, ну отстаньте, ну дайте собрать. Мне кажется, мобов никто не скипает, как мы, нет? Все скипают, лол. Разве? Угу. Да. Ну там прям это, если тебе квесты не нужны, то это, ну, все так делают. А квесты только в первом рейде нужны. Да конечно, блин, не скипать этот. Так у них постоянно новые люди. Ну и что? Типа, в чем сложность скипнуть? Этот? Ой, нет, а там Бьёрн шахматы, когда люди говорят, потому что нужно, ну, мы хотим шахматы, он говорит, бля, ребят, нет. Как ты думаешь, он мобок будет пить? Думаю, да. Ну, ну да, там же как бы дроп все. Получше все-таки, чем шахмат. Так а вы не скипали, потому что у вас лока не было. Ну так. Пойти там можно и без лока на самом деле. Ну просто надо хорошо всем упасть. Ну слушай, без лока все-таки сложнее. Ну, ну да, без лока сложнее, согласен. Типа без лока проще зачистить, чем, знаешь, по три раза бегать. Я вообще не хз, что бы вы тут делали без меня. Не знаю, проносили бы инст. О, знаете, этот, я забыл сказать, пацаны, сапоги анрол. Какие? Давай, любые, на косарь, что рассказывай. Любые сапоги соперы анрол. Что за сказка, кто на косарь будет? Я не помню, какие там имена. Блять, ну наобум, блять, говори. История любви, все уже пошло. Во, вот эти вот сапоги, пацаны, анрол. Это страна Оз, да, нет? Сейчас. Или Ромео и Джульетта, блять. Да, там Ромео и Джульетта. Блять. Там ничего не по... А, ну слушай, флакон, я бы померил. Звучит прикольно. Если они как-то... Они же там что-то делали с этим АПМом. Ну смотри, в лучшем случае 10 тысяч... 10 тысяч урона каждую минуту. Ой, сколько это? 600 ДПС? Да прикольно. По идее, прикольно, слушай, по идее это получается как это, как пламя. Нет, ну слушай, она же типа 15 секунд раз в минуту. ГМ пишет. ГМ да. Не-не, куда ГМ пишет? В рейд. Вон в чате. В рейде. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А он пришел, типа, не понимает, почему у нас типа такой странный этот ну порядок убийства боссов, да? Типа мало чего убить, шахматы убить. КТПСу? А чего он не дамажит, блядь? Хуел. Тебе шмотку не даст. А он вообще в Тормграде, алло. Ну, понятно. Ой, а я это все время дамажу с гадюкой. Ой, жизнь тяжелая штука. А мы его можем хуй сосить, если, да? Не, не стоит, он сейчас подсоединится еще. К тебе сзади появится в хате у тебя. Вот ты охуеешь. А давайте попросим этот, чтобы вместо шмотки дали лучше дрыщу ренейм в демона. Я понял. Нормально.
Ну да, кстати, можно было попросить 15 этих осколков вместо дропа. Ты че, это первый сервак, где дрифт с одной и не занят был. Подожди, у тебя на X2 разве не с одной и бил? Нет, бил. Дрифт! Игнор. Блин, а мне почему-то всегда с одной читался. А это ж мы сейчас еще их двоих бить будем, а потом еще и третьего, да? Ну их нет, вдвоем их сейчас будем бить. Одновременно их надо будет залить, да, все. А и сейчас как, будет Гера. Опять же, как валькирии связаны, да? Ну, нет. У них хп-шки отдельные. Скучно. А в хэме связаны. Что? Чей это тотем? Че он выглядит так необычно? Это эти. Прикольно, это тотем. Вообще у всех. А почему он умер сразу, не пойму? Не, он просто пропал. Нет, он встал и умер сразу. Так, а где Гера? А, была. Все, ладно. Так, да, да, завалил ебало. Так, сыграйте в этого, в Рамула. А зачем ты мне дал? Оп. Это не я, это Оптик со своей там технологией. Кстати, это Пирекс со сбивай каст, жалеете. Она прохилится. Ну бейте пока это, то давайте я позбиваю. Ну понял, все, не вопрос, да, не буду сбивать. Так это вопросы к тебе, почему ты в хп, да? Мы могли бы уже давно все закрыть. Ой, бля, Оптикс, ужас. Подводишь всех. Дрыщу и наркиньте. Понимаю. В смысле, мне инер жизненно необходим. Вообще-то. Сейчас шеем падает. Ивола нет. Преданность и бесстрашие, невероятно. Штаны, а где второй лут? А вот. О, штаны. Бля, заебись штаны, бро. Угу. Распылить. Хочу такие штаны. Ух ты. А чё там с ГМом? Чё, порешали? Чё, летим? Вык. Или он просто поздоровался? Не знаю, что знаем. Да, давайте летим, в любом случае, он выбрал. Так. О, это мне, это мне, это мне, это мне. Нахуя на тебе? На транс. А, ну кому Оптис? Роль ты. Или тебе надо на хэпала? Да не надо ему на хэпала, они тоже ему на транс. А Оптиксу надо на хэпала, у него 200 вообще. А ладно, тогда Оптикс. Напиши, Дон, что ему. Надо, чтобы Рэл написал. И что-то мы игнорили его, пока босса били. Пацан. Ну, а хули он лезет, когда мы босса бьем?
Чисто в крысу решил нас отвлечь, чтобы мы вайпнулись. Ну смотри, я куда-то за стенку пробежал. Смотри, тут какая-то это... Тайник какой-то есть, пацаны, смотрите, ничего себе, тут сундук какой-то стоит. Заходите сюда. Какой сундук, о чем ты? Да, слушай, нормально. Забайтил. Так тут просвечивается стена. Дрыщ, а ну толкни меня. Было бы прикольно, если бы там можно было по балкончику подняться. Чё, самолёте? О, а куда эти двери ведут? К вайпу. Всё, давайте это... Слушай, а в оперу можно каким-то другим путем попасть? Через второй этаж как-то, ты имеешь в виду? Mm-hmm. Я не уверен, что там есть этот моб, который... Это, скорее всего, выход, это не вход. Слушайте, а говорят же, там еще какой-то есть, типа, а-ля какой-то босс там. Хрен, снизу, да-да-да, есть. Какой-то паук или кто там. Да, не там только паук, там их много. Там три животных было, появляются, да. Там запястье, да, меня вбили, поезд. Меня вбили, пацаны, что делать, помогите. А у нас Фредди сидел, получается? Угу. Ну да. До сих пор сидит. Такие ухи, нахуй. Хуел, блядь. Чё делаем? На, выглядем быстренько. Полчаса так, и закроем. Что, да, душно? Где ну, все давай, РЧ, выглядем или нет? Да. Слушайте, ну... А мы первый раз закончили, пошли те иконы. Три человека, блин, полчаса. Ну, два пошли, человека. Пошли, пофиг. Ты подумаешь, я там на канал. Телепорт нажал. Ну-ка, блядь. Почти. Алмерия тут стоит. На ретрике. Алмерия на ретрике? Нет, на магии. Настолько серьезно на этот вопрос ответил. Ты что-то взял что-то серьезно? Босс. Мне не понравился НГМ, в следующий раз другого зови. Это не ГМ, это саппорт. Ну, понятное дело. Трейс душит. Саппорт у меня в машине стоят. У тебя есть машина? Ну, он форумный червь. Да, конечно. Какая? Hyundai. Какая? Красная. Какая? Что тебе именно сказать? Четырехколесная, бля. Ну ты чё, машину никогда не видел? Ты пиздец. Какая? Уточни вопрос. Трехдверная тебе. Какая машина? Пятидверная. Так, кто там нам решил показать? Донт. Классный у тебя этот плинтус. Потолочный, красивый. Да, ставь нормально. Я серьезно, я включу... Мисс клики. Ну все, мы все посмотрели дом. Белый, золотый, да? Мы взломаем твой дом. Да, мы уже знаем эти плинтуса. Мы уже выехали. Да. Да, суманите всех, особенно меня. Можно даже только меня. Пошли к суманему, но мне опять не ставится это. Да дрыщ в ледяной короне. Я подлетаю. Что там у дрыща не ставится? Мы зайти не можем. Пишет, необходимо быть не менее 83 уровня. Да, там потому что 25 стоит. Угу. А как еще? А поменять не может, потому что я в десятке. Сейчас я выйду. Надо это, суманить его. Дон, зачем ты меня суманишь? Я здесь вас жду, стою уже давно. Горожане, да? Тогда пошли. У меня же червоточный есть. Научи пользоваться, что это по жизни такое?
А у тебя инжа есть? Угу. Ну, там, просто раз в 4 часа КД вызываешь себе портал, и этот портал портует в одну там из 5 зон Лич Кинга. Ой, вот, выйди, типа, рядом, вы... рядом с Ульдой. Ой, вот, выйди, ты пешнись. Давай здесь поставлю просто и все. Блин, я думал, сунете камни. Сейчас я... В барейку можно портал. Да, я понял. Слушай, надо было спросить, когда лук починят, потому что я там некоторые шмотки не могу покупать. Ну все забыли, бля. У нас было меня... глин в этом. Я вообще там ничего купить не могу. У меня просто не нужно. Кровь, меня аук на 8 косарей кинул. Я выставил там масел, типа 15 на АП и 10 на СПД, а они просто пропали. Типа их на ауке нету, в сумке нету. Все, может, мне сказали, типа, еще? Ну. Мне сказали, да, мне сказали, может, придут еще. Мне так не сказать. Я бы мог работать у них админом, я хорошо понимаю эту кухню. Че, заходить можно, да? Не-а. Да были... А, наверное, фейка она ж вышла. Она на Винсте была. А хотя нет. Фейка, блин. Ну, все, да, все можно. Наконец-то. Ура! Я запустил. Нихуя ты быстро, дядя. Запустил сразу? Да нет, конечно. Угу. Нет, я запустил, да? Я запустил. Только у нас хила нету, алло. Хила нету, Донт. Хила нету. А где шкаф? Оптик слот. А второй где? Шкаф на улице. Ты грузишься, окей. Ты в ретрика прыгни пока. Какой ретрика? Че ты в граф? Он хил. Да не, Роз. А, ну давай, Роз. Не, я в танке буду. А меня выкинуло. Откуда? Че, может выйти тогда? Давай. Давайте. Меня прогрузилось, потом написала... Кому диван голосуем? Сори. Опа, мне диван. Я выиграл. А как у тебя этот хватило скиллухи зайти сразу пустить? Потому что вы все здесь. Я просто торопился, да? Ну, конечно. Сделал быстрее. А чё он? Он ускакал. А, все ускакал. Огонь просто не пропадает, смотрю. Дрыщ, а ты как это сделал? Колдун, колдунский. Дрыщ, ты чё, фашист? Ты как-то связан с СС, Дрыщ? Все, не умирающий не получим, да, значит? Не получится, зато рыбка стоит. Че, ты подамажь? Будет монорек. Да мне лень. Флешки. Мы в одного хила идем? Два. Нет, а в танк в одного? Угу. Бля, Рейдж, кушает прям до конца. Все, дай дезморалю. Плащей не будет, можем ливать. Так, а что мы теперь все сидим здесь, когда мы все здесь? Я сейчас не пуляю, да? Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв... Так нет, ну можно же обновить. Типа, если на первом боссе умираешь, не страшно. Или на X3 по пикселе. Не знаю, на X1 это можно было делать. Ой, ты спекнулся? Спекнулся, хорошо. Ну, блядь, я на X3 не играл. Я, типа, не успел взять первого на сервере, 80-ника, и что-то сгорел, и ливнул. Потом вижу X4, такой, опа, здравствуйте. Я решил здесь не взять первого на сервере. Да нет, я же зашел позже, где-то на дня... На 5 минут. Наверное. Нет, дня на 3, наверное. Ну, типа, меня просто привлекло, что категории не будет. А мне, ну да, категории. Теперь твои твины отрываются. Да, они у меня такие.
У меня пет что-то не кастует. Вагон получается. Во, кастует, нормально. О, бля, какой в огне стою, оказывается, думал далеко. Что мне с рунжом сделали, чем он такой большой стал? 20. Нормальный босс был. Да, а у нас уже умер один. Мили рейндж. Смотри, я вот здесь тоже. Ну там все бомбочки в меня влетели. И меня пыталась вайпнуть. И чё, фейк, от них убегать надо, если что. Да ебать. Я так не домажил, он меня еще. Блядь, да это что за хуйня? Сука, нужно поднять эти, блядь, частицы хватные. Я могу встать. Все нормально. Ты умер? Не, ну подожди, я возле огня стою, походу, я не знаю. Снобль-то, пожалуйста. Если вы видите, что я нормально лежу, я могу встать, только скажите об этом. Потому что у меня. Пойдет, да ты торопишься. Хорошо, прости. Ну серьезно, может вот это. Нам главное, что ты первый сейчас дал на следующего. Ну да. Огонь пропадет. Да эти долбанные частицы меня отражают, блядь. Без них играть тяжело. Я вроде бы отошел, а оказывается нихуя не отошел. Мне каст обеих школ сбили. Маги. Ну, 20 метров вокруг босса сбивается. А у дрыща короткие лапки, а? Нет, я с Снобальдом подошел на резону. У меня принтер, прикиньте, начал работать. Тебе бы стаки скинуть, хотя уже. До этого он не работал. Ну, в ожидании был. Че, зеленую зерби? Конечно, зеркало. Как мне сейчас уже появится? Бля, как же она по-ебаному стоит, ну что это вообще? Я не могу вам туда зайти, дом. Я понимаю. Тебе надо красную сейчас не умереть. Ты на эту забей, просто агро держи на ней, все. Парайзу со льво дайте. Заебало ебать. У меня же кислотную держать, правильно? Да-да-да, тебе кислотную. Огонь, поделись огнем. Где там лаптикс, все? В черепочек играем. Раньше. Бля, меня тут лужа. Бля, пробивает жестко. Все. Перестанет сейчас. Я сюда отойду. Наберите, да, дистант. Спасибо за ПС, очень вовремя. Откуда у нас ПС? Я неблагодарный ужас. Ну я не знаю, просто у меня автомат забит. Да, ПС-ку я тоже вижу. Ну, видимо, у нас сейчас ДЦ. Соло ДЦ. Мог бы быть ДЦ-шкой на этом, на Малче. Да, согласен. Там лучше под боссом. Раз. А я-то что, я не получаю урон. Понятно. Под читерды встаньте. С этой стороны. Интересно, успею развернуть? Зачем? Хочется мне. Кстати, здесь надо будет, когда отпрыгивает, демо убирать. У них врезается, оказывается. Какие? Те, которые по центру? Угу. Понял. Ну, убрал. А, хотя нет. Оптикс. Вообще, оптикс нельзя так делать, конечно. Столько ТПС потеряли.
Миллионы, миллионы, пацаны, все. Предлагаю вычеркнуть оптикса со списка Т4. Сейчас опять куда-то улетит, блядь, парашу. Все в разных сторонах вообще. Бля, жирная сова, нихуя не вижу за ней. Ты сова. Не, не сова. От домашек к сова. Ну, получается, что так, да. Хотя так скоро тебя и эта сова будет придамаживать. Ну да, ну извините. Ну ладно, извиняю. Ну не так бы что прям хорошо, но и неплохо. А вы видели в гельчате, скидывает этот челиков, 128 пояс, 3 сердоля засунул. Ну да. Забавно. Он же написал, там твин какой-то стоит, 70-го левела, все, типа, весь в брюлях. Череп. Ужас. Райс, может ты это колечко возьмешь, а мне дашь? Нет? Уже вряд ли. Ты прикалываешь. Да, конечно, я прикалываюсь. Да нет, ну серьезно, слушай, на хорошее кольцо. Меняйтесь, не глядя. А вопрос, где он столько взял их? Купил, наверное. Ну подожди, а аукцион не работает. Это можно покупать не только на аукционе. Ну я понимаю, что есть ОФГ. Что аукционатор? Аукцион новый работает через аукционатор, вы не знали? Не говорите никому, зачем вы это рассказываете? Там были кусочки сердолика за 250 голды. Понятное дело, что там кто успел, тот закупился. Понятно. Дрыщ, это такой демон или какой? Это хозяин мой. Понял. Не, ну это тоже демон, дрыщ. Так что типа. В смысле? У меня пишет. У меня пишет вот так. Ну, так стой. У меня бой еще не начался. Да, у меня тоже. Ожидайте. Есть БР, а нет БР. Ну ладно, короче, пусть меня. Да как без напула, Дон, я ничего не могу. Они все срывают, тем более, с учетом того, что я типа даже не рядом с боссом стоял, когда он пульнулся. Я думал, что там еще 25 секунд. Да, я тоже. Раб поставил только. Сломали тайминги. А мне... А, есть кого, да, диспарить? Диспарить? Ну, я имею в виду стаки. Фейка, воруй. Диспель тебе, фейка. Толстиль. Фейка, воруй. Шаманизм. Каракат. Фейка, не воруй. Все, не воруй. Горшочек вари. Вот. Че? Ну, огонечек. Вдруг ты уснул, бывает такое. Оптик, скилься. Не хилился. Блять. Стаки. Не стаки. Понимаю. Блять, хуёво я от меня, бегите. Не, стойте возле него. Антитактика, да? Только ты душенький, блять. Хотя не, нормально, давайте, блять. Давайте, все сбежали с Невера. Да, рано.
Сбегаемся все в меня. Вы умрете. Что-то не работает, Рос. Почему ты не сказал, чтобы все разбежались от меня? Да я читаю. Че, резать? Да, он отошел. Нет, зачем тут 30% осталось? Смысл? Пипец, ик потный, конечно. Я такого не помню, ика. Стаки? А, ворот. О, а когда ты хилился в этот, в дебаф, твой хил не переходил мне, это как так? Ну ты не должен. Почему не должен? Ну поглощается. Ну поглощается, типа, это считаешь, что хил прошел уже? Ну как нет, он же какое-то количество хила поглощает. Да что с хуйня падает, блядь? У меня здесь вретрика? Угу. Здесь же танк не нужен, или нужен вам танк? Нужен, нужен. Ну ладно, как хочешь. Ну таунтятся же. Посмотрим, кто тут есть. Если типа зергануть получится. А чего вы стали там? Бля, пацаны там РБК 4 часа уже фармят, это пиздец, как они могут. Я вчера с бомжами 206-ми пронес 3 РБК, блядь, и заняло минут 40, наверное. Они тебя провагонили? Кто, ну кто, да, конечно. Кто есть, кто здесь? Я знаю, что копыта, это по-любому лог контролит. Рог, ретрик, лог. Че лог-то сразу? Что? Почему сразу лог? Хеприст и маг. Кого один мириш... А, миришник ретрик. Ну, рога ретрик. Ну, через рога играем. Конечно, конечно, через рога. А потом после рога лока, да? Лока. Так, луна это кто? Это вихрь. Ага, с пула ему вихрь дам тогда. А почему в Лока играем, а не в Мага? В Рога, в Рога, Рога. После Роги, после Роги. Почему в Лока, а не в Мага? Не потому что он сильно бьет. Это солидарность тебе выиграет? Тебе по-моему, тут вообще в десятке нет ни одного опасного. Не знаю. Давайте, сейчас все готовы, все тут. Никто не вкажет. Пирекс, ты как так быстро отменил? Да готов, это... отлично. Давайте. Не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Где рыдать? Понял. Вы умрёте. Дать, конечно. Да бля, уже убили почти. Ну ладно, согласен. Бок снимите. Идите с попора лечь. Спасите фейку. Но ходки-то с диспельте, ну кто-нибудь, ну чё за хуйня? Я Шамахер. Да диспелю я один, что ли, я должен делать, ну. У тебя две штуки заказ, то их вообще не должно быть. Крестик сыграли? Меня убили. Видишь.
Дал диспел, но у меня 8 секунд КД диспел, я не могу это делать. Какой нахуй Starfall, сова? Ну чё это такое? Контролим, блять, всех ты Starfall. Чисто трапу отдам сейчас. А, он как стоял, так стоит, понятно. Вы прикалываетесь, на нем фул пак хотов, вы никогда не убьете. Да я сам хуй хуею с этого. Сова, 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 помогайте спелить. Да блять, я шкилю, вы заебали. Все умирают, а вам диспел, диспел. Потому что мы все сдохнем, если не будет диспела. Тебе не надо хилить, ты подошел к ним кучу и дал фир, все. Я по КД, фир. Да упали, упали. Падаем, заходим. Сейчас откатываем слова, что говорили, бля, тут вообще изи, пиздец. Тут все еще легко. Ну тут все легко, просто некоторые привыкли вывозиться на других плечах. Просто делайте от своего класса максимум, и все будет легко. Райс, слушай, давай, завязывай. Че за хуйня? 12 ночи, блядь, еще лекции от тебя какие-то, блядь, непонятные выслушивать. Че за хуйня? Ну серьезно. Вайпаем все. Типа, как будто мы здесь кнопку не можем нажать. Ну давай, блядь, ошибки, ну, да. Всякое бывает. Хуй, без пиздежа. 12 ночи, типа. Веселье это что? Ты кнопку не нажал или просто ты забил хуй? В предыдущем трое, кстати, маг больше надамажил, чем лок. Ну, у них, не у нас. А соберешь пару? Все, блядь. В ханта играем, да, блядь. Где расплодаем? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Блин, вы слишком близко. Он на мне не хочет оставаться. Есть? Есть контроль на стачке. Фейка, крестик, мы крестик бьем. Ой, и черепочек. Ой, череп. Забавно, на них таунт не уходит в диминишинг. Так он мне не должен вроде. Почему? Так это не контроль. Таунт уходит в диминишинг, ну, в обычных ситуациях.
Сорян. Разбаньте. Четвертый таунт уже не работает. Как он это сделал? У меня, короче, был фир, который подходил к концу, или это был просто баг отображения? Связующий цвет. Кстати, на самом деле неплохо. Куча СПДшки и постоянный МБ5, когда нужно. Куча СПДшки. Оптик, возьми цвет себе какой-нибудь. Какой-нибудь черный, например. Дон, ты че молчишь? Дайте лапку. Он напуливает. Спасибо. Принято. А кто не тот цвет бьет? У них делится агро. У них, да, у них агро делится. А чего Донта не хилите? Я просто пошел поймал две штуки, чтобы фоли свет не влетело. А поменяли, бьем белую. Ой, бьем черную. Давайте встанемся. Ну что, я перевожу? Да, большая сова есть у нас. Давай переходим. Добро. Да надо. Пишни стоим. Это воронка. Все темные. У нас слезгинка играет или что это такое? Донт, притворись, отрыщ раскол. Я не хочу это танчить. Четко. Камни не резиновые. Давай ты этот. Можешь пока пососать. Ну
ты, конечно, смешной парень. Спасибо. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужником короля Лича. Все славьте наших героев. Почему у меня была датчик? Нахер ты просишь? Тебя не было, ты его только что получил. Я тоже просто. Где это? А, да, кстати. Потому что мы на прошлом году не ходили сюда в Ульдор. Ой. Получается, я сильный просто раньше вас за 3 минуты убил соло. Дрич поет? А, это не Дрич поет. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Ну, вообще, бывает, пою. Дрич получше вас поет. Да мне кто даже спорит, мы хотим слушать. Мне даже фейк иногда поет. Дрич, еще шея нужна, ты что? Тебе фейка поет, что? Альфа, можно и нам? Ну хотя Дрич, бы мне. Зачем тебе эта шея? У тебя же крутая с острова. Да с острова она всратая, я все хочу поменять, вот. Понял. Я не хотел тратить. Все понял, вопрос снят. Дрэш, а чё ты Т4 ещё не полутал? Мне не дают. Рай сразу кричает, начинает, куда, а налог, типа, лучше навары, вот это. Гля, слышишь, Дон, то чё у тебя... Ты его передамажишь на локе, когда будет Т4 у тебя. Ты зачем себе лук на спину надел? А? Не знаю, сам получается так. Это после Детеренса. А что делать, если я готов пулять, но еще не хочу? У меня пес сдох почему-то. Только что был, уже нет. Что ты сказал? Это болезнь такая? У меня пес сдох? Пет сдох. Понял. Понял? Да. Заебись. Чё, два бопа есть, говорят, да? А что делать? Тактику расскажите, мы что делаем? Ну там типа, понял, боб кидается, там кто-то стоит где-то, а потом этот... Потом бить надо там. Ну понял. Потом выиграли. Не, ну я первый раз как бы. Ну всё. Призыв помощников через. Я встань на пульт Дон от этого ерунды на меня. Да. А он там его гриппом. Что тоже меня уст... Мы снова в 2 хила, блин, я не понимаю. Оптикс вообще не доверяет Суле. Ну а что, у вас типа по 1000 хпс, это нормально? Типа, вроде особо больше и не будет где хпс накручивать. Ну, на ласт фазе тоже ж не нужно. Да ты наш агро не можешь выдержать восьмерых, а прикинь, нас будет... Раз, отводи его, отводи в центр. Я встань, Дон, не могу. Такие, смотри, не руб на мне, блин, не забрали не руба. Ну все, закопался, пацаны, уже как есть. Разбивайте все, что есть. Ничего не разбивайте, какое все, что есть.
А почему? Это бинобычка. Вырастут. Ага, блять, а потом что мне в Гере делать? Ну, чё, ничего не делать. В Геру потренируемся в другой раз. Нет. Что потом мне в Гере делать? Это Гера будет, да, и подумаем. Бля, у меня в танке нет экзорцизма, что делать, помогите. А есть еще один щиточек такой красивый? Понятно. Сори, поздно было. Так а чему я ты учишь? Ты ж не учишь, а ноешь просто, типа, что вот вы не нажали кнопки. Хороший учитель, дайте два. Так вы убейте мелочь, они душат меня. Можно стак или три стака, это где-то миллион. Стан, Дон, напуль меня его, не могу затаунтить. Во. Три еще раз кул. А и что это? Как он это сделал? А, за стан. Слушай, а как я потерял агро, пока был он под землей? Да никак, у меня, когда он уходил, 88% был. Слушай, надо набить. Мне почему-то казалось, что у меня с агро все норм было. Наверное, за счет станов. Кроссер, стрэш, собери. Так я этот, я отвожу его, ты же говоришь, отводим, хм. Господи, закопался. Пиздец. Его же должен мили какой-то псаунтить на себя. Чё-то новых сферок нет. Сейчас выкопается скоро. Кто я, вы, блядь, их разбили? Это пиздец, блядь, новых сферок что-то нету. Знаешь, если я типа успеть всех, они больше не появятся. Нет, появятся. В обычке резаются? Вон уже одна появилась там. Они не должны резаться. В обычке резаться? Даже Они в обычке... Нет, они даже в обычке не должны резаться, если все убил. Если хотя бы одна осталась, тогда они будут резаться. Ну, он одна есть, типа, пускай будет, знаешь, чем резаться. Чё, тебя бомбать? Да. Да я смотрю, ты так ненадёжно играешь. Он вторая резнулась. И я разбил ещё две. Хорош, хорош. Я типа спереди. А чё вот этот снег слева боссом такой? А, это траппер. Дон, там пуль меня дальнего, потому что я сейчас снова буду в стане и не смогу стаунчить. Да, где? Приступав, сейчас снимаем. А по-моему еще один моб будет. Ферей его поддержит, коли пал? Да. Все, холипал заниматься нечем на твоих лазе. Или успеет? Не, не успели. Ну все, холипал. А, Геру. Держим на 30, крик вара сняли, хп сняли. Умрете. Прохиливаем только метки. Крестик, квадратик, моб, фир. Нет, Донта и Райза сейчас. Че, резать? Войд фьюри, друзья. Да, рез меня, Войд, бэр. Ебать.
Заебись. Хэпал один хитит, давайте пейте. Хэпал сдох. Да потому что моб убил все. Его можно было залить так-то без проблем. Я не понимаю, почему он его отпустил. Можно либать, это, блядь, а что там было? Играет, ловушка? И после нахуй. Ловушки что было? Ничего? Да, ты не ной, так легче всем. А не знаю, я его замутил. Да проще его залить было. Просто залить. Да не, замутить проще. Знаю, сколько раз переводили на 30, заливали и добивали босса спокойно. Сколько раз? Много. Ну, это стоит куча. Недели 3 контента. Ну и до этого играли же люди. Нет, до этого не было. Не, до этого не было здесь. Было. Не было. И здесь было, и не здесь. Накс был, Накс был. Какой нах, льда было? Вы вообще все попутали, по-моему. Ну нет, льда это другой контент. А из мертвых был Накс. Не зря говорят, скорость рейда и качество рейда зависит от танков. Поэтому 12 не успели. Да, Рос? Да кто вообще говорит, блядь? Бьерн. Мне показалось, да Невер, мне казалось, Невер говорит. Я уфнулся, у меня 4. Шмыгаю носом, не хочу никого заебывать этой хуйней. Слава богу. Рай станчик. А все, уже я. Не надо. Да я сейчас стаунчу, я просто забыл сразу правильно. Все, сейчас разберемся. На пул, донт. Правильно Бьерн говорил про танков. Ну слушай, блядь, какое время? Я хотел уйти, ну типа в 11 еще. Но вы же сказали, давайте голосуем. Я тебе предлагал потоможить. Так это спекаться надо, мне еще сложнее. Танчи все-таки попроще. Я даю сальву. Так у тебя раскол есть, зачем тебе сальву? Я сальву на кого-то другого оставлю. Нет, причем Райзу. На тебя срывает. Че, я увожу? Да, оставь на тебе этого. Ну ладно, Таня. А зачем выводить вообще? Ну как для ХМ-ки. В обычке это не нужно. В обычке я не видел ни разу, чтобы выводили. Ну в обычке, я же говорю, не нужно это. В обычке главное прохилить. Ты и в хэмке его можно не уводить. Фазу. И в хэмке тоже можно не уводить. Да не, если будешь упираться в берсу, то нужно уводить. Как ты убьешь, если у тебя не будет луж? Тебе надо, блять, имба рейд, что, ну, невозможно. В принципе, здесь просто, сейчас. Просто каз бить могу и все. И танчить не нужно. Столько, что ты в одном месте три лошек сорвалось. Че, Боб есть? Войд, может, ты остановишься? А, ну, кстати, этот... А зачем ты просишь Боб и убегаешь в лужу? Ну, я не понимаю. Так его дали уже, когда на лужу был. Да ну, какой. Все было чётенько. Давай там стой, как раз. Да я уже есть. Только ставь на пул в этого. Копатель, да?
Кому СС? Изи. Уже Шальта, а ты кто по расе? Гном. А как сделать корову? Я могу корову все сделать? Да сейчас не имеет смысла скоро жить, потом если меня. Ну да, правда. Сейчас закупаются. Они сами не знают, когда будет реворк, так что есть смысл сделать. Ну, если тебе похуй на деньги. Сейчас вылезет. Давайте в моба сейчас все сыграем. Тебе пальцы, блядь. Похуй. Прохил, прохил, прохил. Только на донке, мет. Метки прохил, рейд прохил. Оптис. Не, рейд не надо. Райза прохил. Там рейд прям пиздец был тонкий уже. Чё, моба? Да, в моба сыграем. Сула фейка. А фейка вообще глыбой сняла, можно её не этот. Или чем ты сняла? Глыбой. Райс один. Почему на него одного бросается? На кого второго, типа? Как кто второй дочит? Сопротивление. Тремор? Ты тремор. Кто-то дочит. Fucking Matt и White Fury. О, выкройка чего-то там персонального. О, слушай, а щиток прикольный, то лучше, чем мой. Угу, пойдет. Че, все? А, да, все, все, спасибо. Доброй ночи. Давай, брат, пока.